что по пересадке волос. Во всех других случаях мы готовы выполнить пересадку. Какие страхи? Какая цена? Какой процесс? До 3 пациентов мы можем в один день принимать. Они, конечно, радуются, но вскоре хотят еще больше волос. В этом видео будет, друзья, очень много материалов до-после. Мы в клинике Мемориал. И акционная стоимость, которая составляет $1500. Вот такая вот у меня замечательная лысина. Как вы думаете, я вообще сделал или нет? Мы называем это первой степенью облысения, а окончательный результат через год. Друзья, сегодня для лысых. Посмотрите до конца. Так, друзья, все знают, кто знает меня, это Андрей Березовский, это канал HeadExplorer, канал про здоровье. И бабам, кто меня еще не видел, вот такая вот у меня замечательная лысина. Но! Миллион вопросов, друзья, что по пересадке волос? Какие страхи? Какая цена? Какой процесс? Кому можно пересаживать, кому нельзя? Когда вы увидите, наконец, результат? Все это сегодня в выпуске. Мы в Турции, мы в столице, наверное, мировой столице сегодня по пересадке волос. Поэтому обязательно посмотрите все до конца. Мы в клинике Мемориал. Мы традиционно выбираем лучшие места, мы общаемся про пересадку волос и вообще, возможно ли пересадки вот таким, как я, лысым совершенно, или все это пожизненно уже. В этом видео будет, друзья, очень много материалов до-после, вы увидите, какое количество материала взято. Вот такие шапки выдают людям после трансплантации. Как вы думаете, я вообще сделал или нет? В общем, лайк поставьте, смотрите, вот такой вот лайк, обязательно надо поставить. Посмотрите до конца. Добрый вечер, погнали. Погнали. Итак, значит, пересадка волос. Во-первых, в Мемориале вообще делают? Конечно, мы делаем в этой клинике, где мы находимся, Мемориал Бахчелелер в Стамбуле. Единственная локация из наших 11, где мы делаем трансплантацию волос. Все мы здорово. Оцениваем возможность трансплантации на основе фото пациента. Это фото в профиль, фаз в различных версиях, чтобы доктор мог посмотреть на донорскую зону, это затылочная зона, на зону, которая нуждается в пересаживании материала волос, имеется в виду. И доктор дает конкретный ответ о том, возможно в данном случае проведение пересадки волос или же нет. Если нет, или если результат будет неудовлетворительный для пациента, то мы, как правило, не беремся за такое. Порядка 3 дней, потому что в идеале после того, как вся процедура завершена, один день пациент отдыхает, и на третий день он приезжает сюда для того, чтобы сделали мытье волос наши специалисты. Первое мытье делают они. Если пациент ограничен по времени, возможно проведение мытья и на следующий день, там ближе к вечеру, но идеально это через день от процедуры, после чего пациент может улетать домой. Вообще ограничений по количеству пересадок нет. Ограничение на самом деле это сама по себе донорская зона. Когда мы берем оттуда волосяные фолликулы, волосы в этих местах больше не растут. Поэтому каждый раз, когда мы берем графты из донорской зоны, волос в ней становится все меньше и меньше. У некоторых пациентов, например, как у вас, зона облысения достаточно большая, и даже 5-6 тысяч графтов недостаточно, чтобы ее покрыть. Тогда требуется вторая сессия по пересадке, а иногда и третья. Но, как я сказал раньше, с каждым сеансом плотность донорской зоны уменьшается, и фолликулов оттуда мы можем взять все меньше и меньше. В мире используются два основных метода пересадки волос. Первый – это FUT – трансплантация фолликулярной единицы. В Турции мы не используем этот метод уже больше 15 лет. Второй метод – FUE – это экстракция фолликулярной единицы. Мы делаем поочередный забор графта одного за другим из донорской зоны с помощью микромотора. У нас в клинике мы используем два самых новых метода. Первый метод – это DHI с помощью очень тонкого экстрактора, специального инструмента в виде карандаша делается забор графта, который сразу же подсаживается в зону имплантации. Второй метод, который мы используем здесь – это Sapphire Percutaneous. Мы используем специальное сапфировое лезвие, чтобы произвести разрезы и затем помещать графты в эти разрезы. Могу точно сказать, что операции по пересадке волос являются самыми безопасными и наиболее эффективными операциями в области эстетической хирургии. Если все сделано правильно,
А это зависит от того, кто выполняет пересадку, в каких условиях выполняется пересадка, в какой клинике, то успешность в теменной зоне достигает 95%. В зоне макушки этот показатель несколько ниже. Кстати, ученые до сих пор не могут понять, почему, и может достигать 80%. Возможно, это связано с особенностями кровообращения в этой зоне. На следующий день после операции пациент снова приходит в клинику. Донорская зона закрыта бандажем. Этот бандаж снимается, и мы показываем пациенту, как он должен правильно мыть голову, как наносить специальную лекарственную косметику. Пациент повторяет этот уход в течение 10 дней после операции. В течение первых 10 дней визуально будет понятно, что вам была проведена процедура по пересадке волос. По истечению этих 10 дней вы возвращаетесь к привычному ритму жизни. Послеоперационный уход, мытье, прием медикаментов, антибиотиков, обезболивающих препаратов, шампуней и лосьонов, которые мы назначаем в зависимости от возраста и индивидуальных характеристик пациента, все эти факторы крайне важны в послеоперационном периоде. Они не менее важны, чем сама операция. Стандартная стоимость процедуры трансплантации волос в клинике Memorial Bahçelievler в Стамбуле составляет 1850 евро. В эту стоимость включены 2 ночи пребывания в отеле 4 звезды с завтраком, услуги трансфера и координатором. В данном случае для украинских гостей это русскоговорящий либо украиноговорящий переводчик. Сейчас у нас есть акция, летняя акция и акционная стоимость, которая составляет 1500 долларов. Все содержимое пакета остается без изменений. Команда, которая проводит данную процедуру, это доктор и его ассистенты, большая команда, очень опытных специалистов, которые у нас заряжены под эту работу, и запись у них порядка 2-3 недель заранее. Поэтому... О, кстати, да, то есть надо рассчитывать, что сейчас есть даже очередь, да? Да, не скажем, что очередь, но достаточно интенсивная запись. До 3 пациентов мы можем в один день принимать, то есть 2-3 это наша стандартная практика. Поэтому, конечно, дату лучше выбрать заранее, записаться заранее. То есть кто-то из пациентов предпочитает в день прилета уже сразу после обеда быть здесь и начать процедуру. Там, в данном случае она закончится достаточно поздно вечером. Либо же с утра. Это все зависит от того, как пациент стыкует себя по вылетам. Поэтому лучше нам это спланировать заранее. В первых результатах процедуры пересадки волос можно говорить через 10 дней после операции. Волосы начинают выпадать. Мы называем это шок-лосс, шоковое выпадение волос. Это нормально и бывает практически у каждого пациента. Очень редко случается, что волосы продолжают расти. Обычно они выпадают в первые 3 месяца после пересадки. Затем они начинают снова расти. Это ориентировочные сроки. Конечно, у каждого пациента свои особенности, и сроки могут несколько меняться. Визуальные изменения можно увидеть через 6-7 месяцев, а окончательный результат через год. Формирование окончательного результата в макушечной зоне может занять до 15-18 месяцев. Есть немало ограничений проведению процедуры пересадки волос. Скажем, у пациентов, имеющих проблемы с сердцем. В этом случае мы обязательно консультируемся с кардиологом. Если он разрешит проведение пересадки волос, мы делаем операцию. Но иногда доктора не дают разрешения. Каких-то строгих ограничений, однако, нет. Единственное строгое ограничение – это аномальная склонность кожи пациента к образованию рубцов. В этом случае мы не проводим процедуру. Особенно часто это встречается у людей с темной кожей. Также мы не проводим процедуру, если есть активный дерматит или похожие кожные проблемы. Во всех других случаях мы готовы выполнить пересадку. У нас были пациенты и 18-летние, и 75-летние. Посмотрите на меня, я уже 3 года работаю в этой сфере. И я даже сам делал пересадку волос. За все время работы ни один клиент не пожаловался на послеоперационную боль. Действительно, нет никакой боли, ноль боли. Жалуются только на отсутствие комфорта во время сна, потому что первые 10 дней ты должен спать только вот в такой позе, вот прямо, потому что нельзя дотрагиваться, это может навредить волосам. Первые 7, максимум 10 дней пациент должен быть максимально внимательным, не трогать зону головы, не чесать, спать в определенной позе,
аккуратно снимать одежду. Поскольку пациенты не привыкли постоянно спать в одной позе, им, конечно, некомфортно. Когда пациенты приходят впервые, знаете, что они говорят? Если у меня будет хотя бы один ряд своих волос, и я смогу прикоснуться к ним, я буду супер рад. Когда они видят отличный результат, они, конечно, радуются, но вскоре хотят еще больше волос. Ты сделал пересадку когда? Год назад? Да. Вот так я выглядел до. Сколько вам лет? Попробуйте угадать. Мне 34. Вы довольны этой процедурой? Конечно. Этот девайс мы используем для того, чтобы максимально близко рассмотреть состояние кожи и волос пациента. Благодаря ему мы видим, есть ли мультиграфты, сколько одиночных графтов. Оцениваем плотность волос. Оцениваем, есть ли проблемы с кожей головы. Это все видно на экране. Например, у вас волосы очень тонкие. Вот мы видим двойные графты, а рядом одиночные. Это хорошо или плохо? Двойные и тройные графты – это очень хорошо, потому что когда вы делаете имплантацию, волосы выглядят более плотными. Смотрите, вот тройной графт. Чем больше тройных графтов, тем лучше результат. Для меня возможно проведение процедуры пересадки волос? Сколько мне нужно процедур? 5-6. Могу сказать, что плотность волос недостаточная. Видите, очень большие расстояния между фолликулами. Когда волосение только начинается в теменной зоне, мы называем это первой степенью волосения. Волосение в средней части – вторая степень. Всего мы выделяем 7 степеней. И седьмая – это когда есть значительное волосение, выходящее за зону макушки. В данном случае зона имплантации большая, а донорская зона маленькая. У вас как раз седьмая степень. Для того, чтобы закрыть всю зону облысения, нужна очень хорошая донорская зона, которой у вас нет. Видите? Большие пробелы между графтами. Вот эта часть хорошая, но она небольшая. Этого недостаточно. Парик? Парик? Да, можете попробовать. Лысый мужчина – это выглядит мужественно. Все зависит от того, как комфортно чувствуете себя именно вы. Если некомфортно и возможно провести пересадку волос, можно это сделать. Но некоторым это не нужно, и тогда не стоит делать пересадку. Например, Джейсон Стэтхэм, Вин Дизель. Их нельзя представить в ином образе. Так, мы, собственно говоря, в операционной, смотрите, Хишам, координатор главный по волосам, в чем его главные, друзья, особенности? Собственно говоря, он сам сделал эту процедуру, и вы видели, как это выглядит. Я, честно говоря, когда спросил, а такие волосы, как у него, пересажены, он говорит, так я сам сделал. Ну, то есть вот вам результат. Вот, вот такая процедура, здесь 6-7 часов, вы лежите, а кушать может он? Обед вот здесь, он может пообедать, передохнуть и продолжить процедуру. Может проходить процедура, собственно говоря, друзья, под анестезией полной, как говорят. Я так понимаю, это какой-то медикаментозный сон. Либо под местной анестезией. В основном это не из-за боли, а из-за того, что кто-то боится именно, есть, я так понимаю, кровь какого-то типа, да? Эти бред здесь, стригут. Собственно, в таком комнате для мытья, я так понимаю, просто специальные какие-то процедуры, да? Друзья, нам, собственно, нужны специальные шампуни, чтобы все понимали, что это очень все серьезно. И доктор сказал, что успех после процедуры, уход за волосами после процедуры, так же важен, как сама процедура, и тогда будет все нормально. Все. Я прилетел, друзья. Я прилетел с Мемориала, я прилетел с Турции, я прилетел с
пересадки волос. Вот, и было интересно, что возможно по мне сделать, что невозможно по мне сделать, как это происходит, сколько это стоит. Давайте поэтому еще быстренько пробежимся. Итак, друзья, прежде чем поехать, вам надо отправить фото, где вы хотите, чтобы росли волосы, и ваших боковых частей или задней, затылочной части, откуда, собственно говоря, волосы будут браться. В течение там дня вам придет ответ, что да, все окей, приезжайте, вы приезжаете на консультацию. А если все окей, у вас хватает донорского материала, у вас классно, густо растут волосы в местах, откуда будут их брать. Начинается процедура, это может быть даже в тот же день прилета. Длится она там 6-7 часов, меньше не рассчитывайте. Потом вы уходите отдыхать. И там возвращайтесь через день, вам делают первое мытье волос, это очень важно, потому что главное их не вымыть, собственно говоря, и вообще главное там первые 10-15 дней эти там или там даже месяц не поведите эти фолликулы имплантированные, эти волосы, потому что их физически и механически можно повредить. Но это все расскажут, естественно. После этого вам кладется такой бандаж на зону. Это хирургическая все-таки операция, и применяются и препараты, и все остальное. Через 10-15 дней корочки на голове пропадут. Это откуда имплантировались, то есть у вас будет уже не будет заметно. Через 3 месяца волосы начнут расти потихонечку. И через 6 месяцев у вас уже будет объем фактически полный. И что надо ждать, что только через год вы получите тот результат, который ожидали. Что со мной? У меня какой-то грейд 7 облысение, то есть у меня еще есть волосы по бокам. Но, ну, конечно, я не сделал ничего. Невозможно сделать хорошо ни за 2, ни за 3 раза. Мне не хватает донорских волос. Это будет такое издевательство. Все-таки эти доктора относятся к пластическим хирургам. Если будет плохо, вам делать никто не будет. Это важно. Жалко, кстати, не знаю, жалко или не жалко, оставьте какие-то свои комментарии. Давайте по ценам. Сегодня цена где-то плюс-минус 1800 евро. Сегодня для Украины есть специальная цена. Я ссылочку оставлю в описании. Вот, это вообще какая-то катастрофическая, это 1500 долларов за все, представляете? Вы знаете об этом и переходите по ссылке в описании. Канал Хэксплойер, это Андрей Березовский. Подписывайтесь, ставьте лайки и давайте будем на связи.